Добро пожаловать на наш карантин. Сегодня у нас очередной день нашей самоизоляции, и сегодня я буду рассказывать про нашу коляску Бугабу Хамелеон 3+, и дам небольшой обзор того, как мы пользуемся ей уже второй месяц, и насколько мы довольны всеми функциями, и в принципе, соответствует ли эта коляска всем запросам, которые для себя я ставила, приобретая новую коляску. Те, кто смотрит мой канал уже не в первый раз, вы знаете, что это не моя первая коляска. Свою первую я покупала еще, когда была беременная, и в силу того, что не была осведомлена, в принципе, миром колясок и не знала, как ее выбирать, я совершила кучу ошибок. Естественно, я выбрала коляску так себе и была ей очень-очень недовольна. Проклинала все на свете, и, в принципе, по причине того, что она мне не подошла, я, конечно же, принялась выбирать новую коляску. Сделала несколько уже выпусков, в которых вам рассказывала, во-первых, о всех своих ошибках, во-вторых, что для себя поняла, пользуясь коляской с малышом уже более полугода, ну и, следовательно, какие пункты самыми главными я поставила для себя в выборе новой коляски. Итак, почему же я выбрала именно коляску Бугабу Хамелеон 3+. Ну, во-первых, почему Бугабу? Потому что, изучив вопрос, я поняла, что Бугабу одна из ведущих компаний, которые производят коляски для малышей. Базируются они в Голландии, и действительно, немногие продукты могут сравниться с теми, что производит именно эта компания. Ну и почему Хамелеон 3+. Во-первых, это полноценная коляска. Коляска 2 в одном. В комплект входит шасси, колеса, прогулочный блок, люлька для новорожденных малыша и дождевик. Эта коляска, наряду со всеми остальными полноценными колясками, она самая-самая легкая. И для меня это была первая, наверное, зацепка, по причине которой я обратила на нее внимание, потому как я искала легкую, компактную и маневренную коляску, но в то же самое время, чтобы она была не просто прогулочной, а чтобы она была полноценной коляской, думая о втором малыше в скором-скором будущем. И вот я, значит, обратила на нее внимание. Коляска в моем случае, она выполнена в черном цвете. Дизайн текстиля – это голубой меланж. Цветов в каталоге, естественно, было очень-очень много, но я как-то обратила особо внимание на вот этот голубой цвет, и больше всего он мне понравился. И как раз-таки в сочетании с черным металлом. Эта коляска имеет разные колеса, большие колеса сзади и маленькие маневренные колеса спереди. Изначально, когда я на них смотрела, я, конечно же, как им думаю, многие мамы думали, господи, маленькие колеса, это означает, что они хлюпкие, это означает, что они быстро поломаются, и уж точно дорог Санкт-Петербурга они не выдержат. Но продавцы меня уверили, что маленькие колеса, это отнюдь не означает плохого качества колеса. Все компоненты коляски, все крепления, они исключительно качественные. И именно эта коляска будет не только мне служить долгое-долгое время, я думаю, она еще будет отправляться по наследству к другим малышам в пользование уже, когда мы решим купить для себя новую. Так вот, колеса здесь не камерные, то есть они не надуваются. Здесь система нанизывания нескольких слоев, это означает,
означает, что они сверхпрочные. Маленькие колеса передние, они маневренные, они направляются, и амортизация также располагается здесь спереди. Ее можно регулировать на 3 уровня, от самого-самого мягкого к более жесткому. Если как раз-таки говорить про амортизацию, вот эта коляска мне показалась очень хорошей в этом вопросе. Амортизация здесь великолепная. Первоначально, когда я ее попробовала, мне показалось, она немного более жесткая, нежели на нашей старой коляске. Но, опять же, такое впечатление, оно сложилось изначально из-за того, что старая коляска была на надувных колесах. Они всегда идут мягче, чем не надувные колеса, это раз. Во-вторых, когда я держусь за рукоятку, то, естественно, вибрация, которая отдает от колес по раме и попадает в мою руку, она точечная, и она в разы сильнее, чем та вибрация, которую может ощущать малыш в прогулочном блоке либо в люльке. Здесь нужно помнить о том, что его вес располагается по всей поверхности либо прогулочного блока, либо люльки, и он эту вибрацию не ощущает. Следовательно, его сон, во-первых, будет комфортным, прогулка будет действительно приятной. И здесь, естественно, следует говорить о безопасности, поскольку одной из самых частых причин смертности новорожденных малышей является сотрясение. И как нам хорошо известно, сотрясать малыша ни в коем случае нельзя, поэтому эти моменты крайне важны при выборе коляски. Еще одним огромным плюсом этой коляски — это маневренность. Она просто изумительная. Я могу ей управлять одним пальцем, и она слушается в секунду. Для меня очень удобным здесь было то, что все функциональные клавиши, они отмечены белым цветом. Следовательно, что бы мне не нужно было сделать в этой коляске, я везде вижу белую клавишу и понимаю, что здесь какую-то функцию можно поменять. Вот здесь, например, в передних колесах при нажатии вот этих белых кнопочек в конце пружин я могу поменять уровень амортизации. Также передние клавиши на колесах, они помогают колесо снять. Далее, две белые клавиши на основании, где устанавливается прогулочный блок либо люлька, они отвечают за также разные функции. При нажатии квадратной клавиши мы можем люльку либо прогулочный блок снять. При нажатии круглой мы можем поменять положение прогулочного блока, и таких положений у этого прогулочного блока 3. Вертикальное, в котором малыш сидит, потом полулежа, более такое комфортное для прогулки, и абсолютно горизонтальное положение шезлонга, когда малыш спит. Ну и также, где есть ручка малыша, есть две белые кнопочки с обеих сторон. При нажатии этих кнопок я могу снять эту рукоятку. Потом важные две кнопки на рукоятке мамы, две белые здесь, они помогают мне регулировать высоту самой рукоятки. И также из внутренней стороны здесь есть две кнопки, при нажатии которых я могу перекинуть ручку. О ней поговорим немного-немного позже. Плюс ко всему, в этой коляске есть ручной тормоз. Эта функция в этой коляске для меня просто спасение, поскольку в старой коляске клавиша тормоза была снизу, ее нажимать нужно было ногой. Это портило, во-первых, обувь, во-вторых, она всегда была грязной. И это еще одна деталь коляски, которая всегда пачкала мою одежду в тот момент, когда я грузила или выгружала коляску из машины. И это просто невыносимо. В этом случае сплошное удовольствие, что тормоз находится на рукоятке, и он ручной. Это для меня очень-очень большой плюс. Ну и здесь сзади, где располагаются большие колеса, также есть две белые кнопки, при нажатии которых я очень легко могу снять эти колеса. Например, для того, чтобы либо их помыть дома после прогулки, либо чтобы эту коляску еще более компактно уложить, например, в багажник, когда мы отправляемся в поездку. Упомянула перекидную ручку. Перекидная ручка – это особенность этой конкретной модели и очень крутая функция. Что же она делает? Она делает две вещи. Во-первых, когда малыш закапризничал и решил, что он хочет поменять положение от, например, вида к миру и смотреть на маму, то я очень легко могу нажать две клавиши, перекинуть ручку с одной стороны на другую, и вуаля, малыш находится лицом ко мне. Вторая ситуация, когда я использую эту функцию,
это когда я иду либо по снегу, либо полотно дороги очень и очень некачественное, то есть это ямы, это препятствия, и перекинув ручку, я могу передними сделать большие колеса, и они помогут намного более легко преодолеть все препятствия. Причем мне не нужно будет тревожить малыша во время его сна. Если мне нужно ее перекинуть, я перекидываю эту ручку через либо прогулочный блок или люльку. Это очень удобная и редкая функция, немногие коляски ее имеют, но здесь нужно учитывать, что именно из-за этой функции сама ручка, она длиннее, нежели чем в стандарте она была бы, если бы этой функции в этой коляске не присутствовало. Но, опять же, если взвешивая все плюсы и минусы, я понимаю, что лучше, когда эта функция есть, и пусть эта ручка уже будет немного более длинная. Она абсолютно мне не мешает эту коляску ни хранить, ни ее грузить, ни ее перемещать. Это для меня абсолютно не минус. Если говорить про прогулочный блок и люльку, любой из этих предметов, он крепится на одну и ту же раму. То есть это текстиль, который крепится при помощи ремней и липучек. Следовательно, во время хранения это все намного более компактно. Люлька, она приходит в абсолютно плоское положение, ровно как и прогулочный блок. Один на другой очень-очень легко заменить. Ну и в случае, если мы, например, испачкали прогулочный блок, то я очень легко могу его снять и отправить его в стирку. Это неоспоримый плюс того, что само сиденье, оно из текстиля. Также, если уж совсем экстравагантная мама, то можно менять цвета текстиля и заказать дополнительные в комплектацию этой коляски. Ровно как и капор. Плюсом самого капора, помимо вариаций цветов и типов зимних либо летних капоров, его плюс заключается в том, что его можно закрыть очень и очень глубоко, обеспечив малышу комфортный сон. Таким образом, я его защищаю от непогоды, от порывистого ветра, от света лишнего во время сна, но в то же самое время этот капор оставляет достаточно большое пространство снизу, чтобы воздух проходил и малыш мог комфортно дышать. Ну и если говорить про прогулочный блок, то его в доме я еще использую как очень удобный шезлонг для моего малыша. Это очень крутая функция этой коляски, то есть она полезна не только в прогулках, но и дома. И корзина. В силу того, что эта коляска настолько компактная и настолько удобная, корзина, она не самая вместительная. То есть на моей старой коляске корзина была более вместительной. И когда я взвешивала для себя, подойдет ли мне коляска именно с такой корзиной, я поняла, что могу ее принять, поскольку всегда в прогулку отправляюсь рюкзаком и все свои вещи кладу в рюкзак. Но для тех мам, которые все-таки любят, например, в корзину класть большое количество вещей, либо отправляться за продуктами, покупая эту коляску, нужно помнить о том, что корзина здесь не сильно вместительная. И также она открытого типа, она не закрывается. Для меня лично это не проблема с точки зрения продуктов или помещения вещей. Как я уже сказала, я использую свой рюкзак, но для меня это стало проблемой как раз-таки в непогоду, поскольку я заметила, что когда льет сильный дождь, то эту корзину дождем заливает. Здесь образовывается лужа. И в дождь мне приходится доставать свой рюкзак из корзины, одевать его на плечи и позаботиться о том, чтобы в этой корзине не было никаких предметов. Иначе эти предметы действительно будут плавать в маленьком озере в этой корзине. Это большой минус. Также Санкт-Петербург достаточно грязный город. Например, летом жители города чаще всего предпочитают одевать закрытую обувь. Не потому, что у них нет времени или денег на педикюр, а просто потому, что полчаса прогулки, и у тебя ноги будут черные, как будто бы, ты не знаю, только что в канаве искал 500 рублей. Поэтому эта открытая корзина означает, что предметы в этой корзине, они будут покрываться пылью, ну, буквально 15 минут после того, как я вышла из дома. Следовательно, ну, вот в таком свободном, открытом виде я все-таки в эту корзину не помещаю ничего. Я еще для себя буду искать какие-то варианты, посмотрю в детских магазинах, может быть, есть какие-то чехлы, либо мешки, либо сумки, которые достаточно компактные, чтобы поместить их вот именно в эту корзину и сделать ее, ну, условно закрытой. Также, если говорить о том, что эта коляска, она действительно компактная, скажем так, для прогулки налегке, то я для тех моментов, когда мне не хочется
все-таки брать с собой свой рюкзак, приобрела вот такой вот очень классный органайзер от той же компании Bugaboo. Взяла его в том же цвете меланж, как и моя коляска, чтобы совсем красиво и монохромно это все смотрелось. И для тех прогулок, когда мы правда налегке, сюда помещается все самое-самое необходимое. Этот органайзер крепится либо на рукоятку, либо на спинку коляски. И посмотрите, сколько всего я налегке поместила. Значит, упаковка пакетиков для грязных подгузников, большая упаковка салфеток влажных для малыша. Здесь два передних кармана, в которых располагаются санитайзер, салфетки влажные для мамы, для рук. Во втором кармашке у меня ключи и мой кошелек. Также сюда у меня легко помещается телефон. И здесь вещи малыша. Смотрите, как компактно и продумано все здесь располагается. Значит, у меня здесь целый комплект одежды, в случае, если он запачкается. Наша машинка белого шума. Паильник 360. Крем под подгузник. И бутылочка с едой. Бутылка-ложка, в которую я помещаю еду малыша. Ну и, в принципе, здесь еще есть кармашки, в которые еще что-то поместится. А, самое главное, естественно, самое главное, это пеленки и подгузники здесь в количестве 3 штук. Вот такой вот прекрасный органайзер, и я для себя действительно поняла, что он незаменим в те моменты, когда я правда хочу путешествовать налегке. Также, если говорить про дополнительные аксессуары, я купила еще очень удобную подставку для кружки либо бутылки. И в отличие от других, которыми я пользовалась, она достаточно стабильная. То есть она не проворачивается, не опрокидывается, и напитки мои не проливаются. Это очень классная штука. Крепится либо на рукоятку, либо на шасси. Для прогулок в холодное время года я также купила конверт. Он выполнен в том же цвете голубой меланж, как и вся наша коляска. И позволяет малышу быть в комфорте и тепле в низкую температуру. Удобно очень пользоваться этим конвертом, поскольку у него есть несколько положений открытия и закрытия. Его можно открыть ниже, так чтобы накрыты были только ножки, посередине, так чтобы малыш был накрыт по пояс, и закрыть его полностью, чтобы малыш находился внутри конверта аж по подбородок. Посередине, наверху, есть специальная затяжка, которая также позволяет еще отрегулировать, насколько плотно конверт прилегает к груди малыша. Этот конверт имеет прорези для ремней и предназначен для прогулочного блока. Молнии позволяют открыть его только снизу, если нужно, например, поменять подгузник, позволяя ребенку оставаться в тепле. И с нижней части есть также специальная вставка материала, которая не позволит запачкать конверт уже в случае, если малыш гуляет ножками по улице. Если еще вернуться к колесам, то снять колеса действительно очень и очень легко. И, конечно же, в контексте вируса, который сейчас гуляет, и карантина, я всегда должна заботиться о том, чтобы в доме было чисто. Поэтому съемные колеса и та система, которая стоит на этой коляске, позволяет мне эти колеса снять очень-очень легко, чтобы их промыть и чтобы они были абсолютно чистыми. И в те моменты, когда малыш подползает к припаркованной коляске и трогает эти колеса, я могу действительно быть уверена, что они чистые. И еще один важный момент с точки зрения безопасности – это ремень, который располагается здесь на маминой рукоятке. Многие из вас у меня спрашивали уже не раз, для чего же этот ремень. Этот ремень здесь расположен для дополнительной безопасности, чтобы коляска не укатилась от мамы в тот момент, когда она, например, нечаянно отвлеклась. В принципе, я первое время заставляла себя помнить о том, что мне нужно продеть руку через этот ремешочек, так сказать, тренировать свою мышечную память, чтобы моя рука всегда была в этом ремешке. Это очень важно, когда ты, например, стоишь на светофоре, отвлеклась на телефонный звонок, либо, например, поднимаешься, либо опускаешься по пандусу в парадной, либо в магазине, ну, где бы то ни было. Помогает маме быть спокойной, что даже если, например, ты действительно отвлеклась или споткнулась, или еще, не дай боже, что коляска от тебя не уедет,
и с малышом все будет хорошо. И еще одна функция очень важная в этой коляске, это возможность поставить ее на два колеса. То есть, если, например, мне нужно с коляской подняться по лестнице, то есть возможность снять прогулочный блок, естественно, вместе с малышом, и коляску поставить на два колеса, чтобы легче ее поднять либо по той же самой лестнице, либо, например, по песку ее тащить на пляже, либо еще в каких-то местах, где нужно подняться с этой коляской, нет возможности использовать тот же самый пандус. Единственное, что здесь нужно упомянуть, что сама компания Бугабу предупреждает, что небезопасно коляску ставить на два колеса вместе с малышом в коляске. Именно поэтому эта функция не работает, когда на коляске есть прогулочный блок, либо люлька, ее обязательно нужно снять. И здесь мы снова возвращаемся к разговору о сотрясении малыша, что является одной из самых частых причин смертности новорожденных малышей. Вот представьте, если, например, вы тащите эту коляску, либо любую другую, по лестнице, какое сотрясение происходит с малышом. Следовательно, компания сама от себя максимально пытается избежать таких случаев, и эту функцию она, ну, можно сказать, лимитировала. То есть вы можете ее поставить на два колеса, но только при условии, что малыш не находится в коляске, и вы ее будете нести отдельно. Сначала я, естественно, возмутилась, подумала, блин, ну а какой смысл тогда в этой функции? Это же будет очень сложно для меня, для мамы, если я, например, без мужа, в одной руке держать, значит, люльку или прогулочный блок с ребенком, а в прогулочном блоке ребенок уже достаточно взрослый, он весит, ну, мой, порядка 10 килограмм, к слову, до 17 килограмм держит эта коляска, и в двух руках это все нести, маневрировать, приоритетом ставим безопасность ребенка, нежели удобство мамы в этом случае, и больше думаем о том, чтобы не навредить малышу. И, кстати, в последнее время самые добросовестные компании, производящие коляски и имеющие эту функцию, они тоже начинают говорить о том, что это не самая безопасная функция, и я думаю, что в ближайшее время мы действительно будем видеть все больше и больше компаний, которые эту функцию либо удаляют из своих колясок, либо ее лимитируют. В общем и в целом, это, наверное, все в моем обзоре этой коляски. Взвесив все и проанализировав ее возможности, я могу сказать, что эта коляска просто божественная. Я очень-очень ей довольна, очень рада, что мы все-таки выбрали именно эту модель и катаем нашего малыша в Бугабу Хамелеон 3+. Поскольку эти плюсы уж точно выигрывают, если сопоставить их с некоторыми небольшими минусами, которые я заметила в этой коляске, используя ее именно в своих погодных условиях, в своем городе, в своем климате и в своих также бытовых условиях. Я уверена, что если, например, вы живете где-то в Европе, в чистом городе, где не проблема ни дождь, ни снег, не порывистый ветер, не пыль, то эта коляска будет просто идеальная, даже со всей своей открытой корзиной. На этом я заканчиваю свой обзор. Если вам понравилась моя коляска, ставьте лайк. В комментарии обязательно напишите, что понравилось, что не понравилось. И, может быть, вы имеете опыт пользования этой коляской и что-то новенькое можете также посоветовать или упомянуть, чего забыла упомянуть я. Мне будет очень-очень интересно почитать. Ну, а мы с вами увидимся уже в этот четверг. Обязательно заходите на мой канал, смотрите наш новый выпуск, так как в этом выпуске вы увидите, как же мы праздновали первый день рождения Рема. На этом сегодня все. Желаю вам доброй недели. Не болейте и берегите себя. Пока!